Всем привет, ребята! С вами Полина и игра Dynasty Warriors 4 Hypa. В прошлом видео я начала играть Любу, и, в общем, это не имеет никакого значения, а имеет значение то, что у меня сейчас появилась русская версия. Наверняка вы заметили какие-то отличия в моем прошлом видео и в этом. И, естественно, это русский язык, его наличие. Так вот, благодаря не самым приятным обстоятельствам я выяснила, что на Рутрекере есть русская версия данной игры, и я очень обрадовалась этому, потому что, слава богу, больше никакого перевода от меня не требуется. Наконец, можно расслабиться, наконец, можно чаще в эту игру играть, потому что, серьезно, перевод, причем, это мне его нужно делать, и я не могу на это забить, что самое интересное. Возможность того, что мне придется переводить, меня просто ужасало до нельзя, и поэтому так редко по данной игре выходили видео. Но, может быть, с этого момента все изменится. А может быть и нет, не факт. Но я надеюсь на лучшее. Так, давайте продолжать играть Любу. И это что такое? Почему глава 1, коалиция против Дунджо? То есть против своего же хозяина или что, как? Так, войска... Блин, наконец можно расслабиться и просто читать, а не загоняться с переводом. Я не могу в это поверить. Мне так повезло. Войска Дунджо вступили в бой с армией повстанцев в ключевом оборонительном пункте на перевале Сышуй. Выдержав яростные атаки таких воинов, как Суньтян, Сонц, что ли, Дунджо победил вражеского военачальника Юань Шао и с победой вернулся в Лоян. Повстанцы не смогли или не захотели учиться на собственных ошибках. Они собрали оставшиеся войска и попытались атаковать заставу на перевале Хулао. Любу сел на своего легендарного скакуна Красного Зайца и вновь отправился в бой. Где бы мне этого Красного Зайца найти? Так, битва на перевале Хулао, Дунджо против коалиции. Дунджо — это Дон Жуан, что ли? Союз уже у врат Лояна. Уничтожьте полководцев врага, или вам же хуже будет. Так. Ого, какая карта довольно большая, да, и судя по времени, здесь будет чем заняться и как его потратить. Так, давайте посмотрим, как у меня дела со снаряжением, с эквипментом обстоят. Так, информация об оружии, алебарда, это все хорошо. Так, вот это вот меня интересует, предметы экипировки. Так, ну, что за упряжь? Серьезно, что ли, тут упряжь можно выбрать, а не лошадку? А телохранители сколько их? Всего лишь два, по-прежнему два. Как так? Так, задачи Дунджо. И Юань Шао, который пока еще не появился. Про Юань Шао я что-то читала в Троецарствии. Но, если честно, там постоянно чуть ли не каждый новый абзац, не каждая новая глава посвящена какому-то другому человеку. И у меня просто... как-то объясните, внимание, что ли, рассеивается, я не успеваю за всеми следить, я не понимаю, вот, допустим, то, о чем я сейчас читаю, это происходит с тем же человеком, о котором я чуть ранее читала, или это уже другой, а те, чьи имена довольно часто мелькают, только тех я запоминаю, а так? Вообще без шансов. Так, смотрите-ка, у нас есть Дон Жуан, паршивый, между прочим, который людей то ли заживо варил, то ли заживо сжигал. Есть Подлизун, есть Ли Цзюэ, есть Сытый Го, ну и есть я. Так, у врагов Юань Шу, наверное, это брат Юань Шао, судя по тому, что у них одинаковые фамилии, хотя не факт. Так, Гун Сунь Сянь, Цао, Цао, я же его убила в прошлом видео. А, или подождите, он обещал вернуться же. Они все обещались, их вроде как убиваешь, но в то же время не убиваешь. Кстати, Као-Као, Сомц и, о господи, боже мой, и Любэй готовят какую-то мне засаду.
Конечно, если я подойду к одному, то я 100% буду драться еще и с остальными двумя. Это нехорошо. Битва на перевале Хулао. Перевал Хулао, округ Сычжоу. Блин, снега много, холодно вообще-то на войне. Повстанцы сумели продвинуться настолько далеко, спрашивает Дон Жуан. Леву, ступаю уничтожить этих гадов. Они больше не по-английски говорят. Знаете, мне... Нет! Нет, 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 только не ты! Блин, где она появилась? Даже свою любимицу Дон Жуан отправляет, блин! В бой это вообще как понимать-то, а? С ума сойти можно! О! Я с пиратом скрестила клинки! Люди, помогите мне, пожалуйста, кто-нибудь! Если не вы, то я одна, наверное, не справлюсь! Кто еще умереть желает? Блин, на этот раз этого не случилось. Блин, да что ж такое, постоянно их никак убить нельзя. Ну вот вроде убиваешь, а вроде не убиваешь. Так вот и меч, я его прихвачу в качестве трофея. Нет, от меня можете отставать. Оставьте только девочку в покое, мою будущую невесту. У меня и так две жены есть, но... Но неважно. Что я сказать хотела? Мне нравится японский язык, знаете чем? Он такой какой-то эмоциональный, очень круто, и вот, по-моему, очень этим всем персонажам, особенно таким эмоциональным, подходит, ну, по-японски говорить, поэтому то, что они по-японски говорят, это только, ну, в принципе, в плюс. Потому что, ну, сейчас мне все равно самостоятельно уже переводить надо, да, так какая разница, на каком они говорят? Главное, что... Ой, ничего себе, как врезал по земле жуть. Главное, что написано по-русски. Значит, я все понимаю. И замечательно. Похоже, я неверно оценил врага. Недооценил, я бы сказала. Жаль, что я не могу трофей забрать. Ну что же, ладно. А вообще-то, мои бы люди, которые могут туда заходить, могли бы мне помочь в этом, но они, скорее всего, не захотят. Так, ну вот еще один меч. Ой! Кто-то слишком наглый, я смотрю. Великого Лейбу решил задеть, ишь ты. У военачальников не получилось, думаешь, у тебя получится? Где Дяо Тянь, блин? Так. Ого! Она со мной рядом? Чисси. Хочу на нее посмотреть. Так, ладно, это мне все равно не нужно, но я заберу Мусо дополнительно. А, вон она, красотка. Офигеть, как можно хрупкую девушку с таким странным оружием огромным отправлять в бой? Дон Жуан вообще с ума сошел. Но, вообще-то, судя по Троецарствию, он бы так не сделал. Это додумка разработчиков, скорее, нежели так реально было. Но, в общем, если бы Дон Жуан на такое отважился, то я просто, не знаю, он бы еще ниже пал в моих глазах. Хотя, казалось бы... Ниже падать просто уже некуда. Блин, какая медленная атака. Я смотрю, все кланы объединились против Дон Жуана. А, хотя, подождите, они же его свергнуть хотят. Какая-то маленькая компания за Лейбу получается. Мне это все говорят. Ну все, ребята. Блин, чувак, тебе повезло, что я по тебе не врезала алебардой своей со всей дури. Ты что? Я попадаю в глаз белки с огромного расстояния стрелой. Вам со мной вообще не тягаться, ребята. Так, лучники выжили все-таки. Но это ненадолго. Один уже сбежал. Что? Моя невеста, несмотря на моих двух жен, она все еще моя невеста, начала бой с солнцем. Блин, как-то сложно их стало сейчас называть так, как я привыкла, потому что по-русски написано и... И да. Так, я тоже же из лука могу стрелять, причем я стреляю так, как никто. Поэтому я, наверное, могла бы себе даже позволить сейчас пострелять немножечко из лука.
О, это мои люди! Ничего себе, спасибо, ребята! Ой, так, мои люди почему-то сливаются с врагами. Это нехорошо. Лояна? Так. Эй, мы же это видели, да? Огонь, там еще плакали, то ли дети, то ли кто. Ого, все горит. Ах, вы предатели! Столицу сжигают! Все просто для того, чтобы вытравить Дон Жуана. С ума сойти. Так, а Дон Жуан не в столице, он за ее пределами. Ребята, вы как-то немножко ошиблись. Ну да, вы можете сжечь тех, кто находится там, в этой крепости. Но это не значит, что и Дон Жуан сожжен будет. Это Юань Шао? Так, слава богу, что моя невеста в безопасности. Появилось укрепление союзнических сил. Так, кто-то где-то враг был. А куда он делся, это враг? Странно, его что, убили, что ли, врага? Там же был гейт-кэптен. Господи. Что? Какие врата? Как же он? Это девчонки Дяо Тянь, наверное, да? Это кто-то? Что за люди? Это наши или это не наши? Господи, наш боевой... О, любой раскидывает всех направо и налево, жуть. А кого он рубит? Там же его люди в основном. Чувак, я уже твоего брата названного почти убила. Мяу, комбинация. Настало время гасить всех. Ой. Не факт, что меня не загасят. Блин, простой смертный попался под руку. Что не сулит ничего хорошего? То, что я в гневе? Ладно, с этим простым смертным и другим достанется на орехи, поэтому ладно уж. О! Главаря какого-то поймала. Это Лю Бэй-то предатель мне говорит, поразительно. Там все предатели. Я вас, значит, помирить с кем-то пыталась, а ты предатель несчастный. Ой, блин, мое здоровье, мамочки. А, Лю Бэй попался все-таки. Блин, как круто, что сейчас по-русски все написано, даже самостоятельно. Переводить не нужно, но в то же время и сложновато, потому что нужно следить за тем, что пишут, читать. А читать времени нет, я должна на бою сосредоточиться. В общем, русский это и хорошо, и плохо одновременно. Где Лю Бэй? Куда он делся? О, еда для настоящих мужчин. Пожалуй, я перекушу. Ребята, из вас шашлык я хочу сделать, как вам это нравится. Правда, кто его есть будет? А, хотя, подождите, я догадываюсь, кто Лю Бэй. Так. А что с ним случилось-то? Я его убила или что? Как? Так, ну, судя по тому, что его в этом списке нет. Очень даже да. Кстати, Юань Шао появился. Давайте поворачивать назад, и там два товарища сражаются с моей невестой. Ого, как она высоко прыгает. Клево. Так, спасибо, ей удалось его с коня сбить. Это хорошо, теперь я на подмогу ей приду. Никому со мной не справиться. Ау! Это кто меня кольнул там больно, между прочим? Это Као-Као! Ты мне не соперник, равно как и твои люди. Что? Что моя наложница делает? Да все в порядке, наложница, блин, вот мое здоровье оставляет лучшего желать, конечно, но... Я не сдаюсь. Господи, вот бы здоровье как-нибудь само восстановилось. Черт. Ой, мамочки. Так, это что такое? О, это покушать, отлично! Покушать, это же то, что мне так надо!
Вот так я вас всех отмутузю, как Тузик грелку порву просто. Мяу! Смотрите! Бедный Као-Као не ожидал, небось, такого от меня. Ай, Као-Као, ты чё творишь, блин? Я сражена на повал. От меня не уйдешь. Угу. Амбиции чересчур велики, пожалуй. Главное, чтобы меня сейчас не убил какой-нибудь простой смертный. Кому еще навалять, проще говоря? Так, там покушать. Надо поскорее туда возвращаться. Надеюсь, никто мне помешать не вздумает. Это враг? Это враг. Ого! Ничего себе, как я одним ударом просто разношу. Кстати, а я так нормально перекусила. Давайте посмотрим, кто у нас из врагов тут еще. Так. Прямо по курсу где-то здесь два гид-кептена, а вон и начальник заставы. В русской версии это называется начальник заставы. Да что ты говоришь такое, моя будущая жена, о чем ты? Мяу! Какой рывок был! Вот я про то же, невероятная сила, и неудивительно, что я ее отвоевала у Дунджо. Хотя она и сама была не против, но... Ну да ладно. Мяу! А скорость-то какая? Так, туда не пройти. А как же мне другого начальника заставы-то? А, ну... Я, наверное, пострелять могу, да? Так, это кто? Это начальник заставы или не очень? Че это они так странно располагаются? Блин, к ним так просто не пройти. А, убегают, переполошились, поняли, что что-то здесь не так. Бедняжка, его чисто случайно стрела задела. Видите, на что я способна? Я убиваю людей на таком далеком расстоянии. То есть не все так просто. Так, давайте-ка на карту посмотрим. Угу. С начальником из заставы, судя по карте, еще не кончено ничего. Но я не знаю, как до него добраться, если честно. А, поэтому, ладно, оставим его пока в покое. Так, не в ту сторону иду. Где-то там впереди, кстати, сколько времени осталось? 79 минут, уже порядка 11 минут я потратила, да? Ох, туман, блин, ничего не видно, еще солнечный день. Ага! Это же лучик! Если я все правильно помню. Стой, лучик! Ты-то, меня-то, самому не смешно? Я заберу твою лошадку, у меня как раз лошади. Блин, я надеюсь, я выживу здесь. А то, вы знаете, у меня почему-то какие-то подозрения появились, что я могу не выжить. Все-таки враги довольно сильные. Так, ну ты допрыгался, солнце. Точнее, сын солнца. Лучик. И твоих людей порублю, и тебя. Так, врата открылись? Чё там по вратам? Это все? Я тебе чуть ли не плечо там разрубила, а ты всего лишь вынужден признать мою силу, не более того, ты даже не умер? Так, кто это у нас там? А, врата открываются. Так, чудненько. Какой-то главарь тут, я смотрю. Отлично, ему тоже на орехи перепало от меня. Рублю направо и налево просто. Кстати, никто меня на поединок пока не вызвал. Пока я была девочкой, меня на поединок только так вызывали. А сейчас почему-то боятся, что ли? Так, это я заберу, пожалуй. Что там на карте у нас? Давайте-ка посмотрим. Так, у нас очень много гейткептенов вражеских за моей спиной пооставалось. Ну что, сходим туда? Может, на лошадке поскакать, а? Так, а вот меч я заберу, пожалуй. Атака повышена. Вражеские мечи мне позволяют атаку повышать. Это здорово. Я с лошадки могу людей убивать. Направо и налево могу рубить. Офигеть, какой... Этот чувак сильный, несмотря на свой головной убор, который явно мешает ему сражаться, а он вот так вот орудует алеборно. Это же надо все еще какое-нибудь, чтобы так размахивать.
в руках. Конечно, блин, дряхлому жирному Джою с ним не тягаться. Это же более чем очевидно. Начальник заставы, ты все еще жив? Я думала, я его убила. Заперт вход, отлично. Эту лавочку мы прикрыли. Идем к следующей. Да, если здесь бегать... Так, тихо, я в другую сторону еду. Нет, нет, нет. Мне сюда не надо. Ну, хотя... О, это мои люди. Они здесь. Ну, надо же. А, хотя что-то слабо мне верится, что вот из лавочки, которую я сейчас скачу, могут люди прибыть. Ну, вражеские солдаты, они, впрочем-то, могут. Но у них это, наверное, очень много времени займет. И скакать сейчас туда, чтобы прикрыть лавочку, ого, тут лагерь прям какой-то. Это, наверное, не самая моя лучшая идея, но... Но хочется всех перебить и вообще убить как можно больше, чтобы я могла... повышение получить, сама свой уровень прокачать и уровень моего оружия. Господи, моя ярость просто не знает границ. Так. Ну. Так сразу и не скажешь. Но вроде даже эту лавочку я прикрыла. А это обозначает лишь одно, что в этом адском диком холоде я могу обратно влезть на чужую лошадку и отправиться во свояси. Что-то... Дон Жуан, блин, совсем сдал позиции. Почему он мне красного зайца еще не подарил? Ничего не понимаю. Так, как тут объехать? Блин, я только вот по карте ориентируюсь. Если бы не карта, я не знаю, как бы я тут сама дорогу искала, правда, потому что... Видимость просто нулевая. Еще снег в лицо, ну вообще отлично. И мы в таких условиях должны... Так, что-то меня не туда занесло куда-то. А мы в таких условиях должны, блин, воевать, что? Серьезно? А ничего, что холодно, а ничего, что в палатках еще более холодно, чем в домах, небось, в китайских деревянных. Так, невесту будущую мою пока оставили в покое. Ну, не совсем невеста, правда, скорее наложница, чем невеста, но да, не суть. Так, а кстати, а с нашим товарищем, которого защищать надо, что там, как вообще дела обстоят, он вообще в самом конце, то есть, ну, если враг захочет до него добраться, то это будет довольно проблематично. Так... Ага, вижу врага. Блин, вы знаете, реально их так просто не найти. 250, офигеть. Ты правильно делаешь, что склоняешься, чувак. Ты тоже ищешь смерти? Лошадка, уйди, пожалуйста. А, я сейчас кое-что жуткое вспомнила. Не знаю, стоит ли такое рассказывать, но... Ладно, расскажу. В общем... Я смотрела программу про самураев, и, кстати, после этой программы почему-то захотелось поиграть в эту игру. Так вот, там, ну, много чего наговорили, конечно, про самураев, шокирующего, но вот то, что мне сейчас вспомнилось, это когда самурай, допустим, в засаде, в лесу поджидает врага, а тот, допустим, на лошади скачет. То тот, кто поджидает в засаде, он... Ой, господи, вот из ниоткуда взялись, ребята, жесть. Тот должен, чтобы соперника, противника сбросить с лошади, он должен отрубить лошади задние ноги, а перед этим, чтобы лошадь свернула в сторону, чтобы, ну, дала возможность... напасть на человека, который сидит сверху на ней, нужно как бы лошади по морде клинком ударить, представляете? Жесть какая-то, что за адская расправа над бедной лошадью, над бедными животными?
просто вот реально возмущает, да нельзя это так. Куда здесь скакать? Я смотрю, мы все больше территории захватываем. С ума сойти, блин. В средние века и до средних веков люди такими жестокими были. Кстати, те самые ворота, которые охранялись, да? Ну надо же, даже любой готов склонить голову, лишь бы Юань Шао прикрыть. Удивительно. Я бешеный. Любой, или как-то меня. Наверное, пора слазить с лошадки. Юань Шао, что? А чё он так близко оказался? С ума сойти. А, нет, вон он где. А, это кто? А, это Юань Шу. А, Юань Шао. Юань Шу. Мне, в принципе, так особо не принципиально. Ой. Блин, кажется, он захотел, сидя на лошадке. Ого, его лошадь сама меня атакует. Ничего себе. Он, наверное, захотел просто тупо сидя на лошадке дать своим людям разобраться со мной и посмотреть на это дивное зрелище. Ну, я ему покажу, где раки зимуют. Я из вас шашлык сделаю. Вы мне и в подметки не годитесь. Это реально. Любой одно и то же. Настолько жестокий. 300! Это моя 300-я жертва! Кого я там перехватила? Юань Шу полностью уничтожен. О! У моей невесты такой нежный голос. Но таким, конечно, видео вряд ли покомментируешь. Хотя я бы себе, пожалуй, тоже такое хотела. Эй, ребята мои, вы че ко мне бежите? Вот вам, лучники вражеские, давайте же! Что? Боевой дух моего отряда падает? Ну почему? Я же так храбро сражаюсь. Я стольких уже убила. С какого такого, простите, перепуга боевому духу моей банды падать? Что, бедняжки, не ожидали, да? Они думали, если они за моей спиной находятся, значит им не перепадет, но нет. Так, какая музыка прикольная. Так, а это чей отряд за мной идет прям вот по пятам? А! Это же моя невеста за мной идет, ну надо же. Прям сопровождает меня, я смотрю. Так. Где-то здесь. Блин, тут рубят друг друга люди направо и налево. С ума сойти. А, где-то здесь гейт-кэптон есть. Как я? Лихо, да? Раскидала врагов. А гейт-кэптон, от меня не спрячешься. И не спрятаться, не скрыться. Ага. Сам ко мне вышел со своими людьми, ну надо же. И наверняка об этом очень сильно пожалел. Бедняжки, блин, только крик их и слышен. Все, 350 врагов. Это силище, будь здоров, блин. Это тебе не просто невероятная какая-то сила, это ого-гошеньки. Это просто мяу. Так, а это кто? Тот, кому я шла, да, сражаться? Эй, слазь с лошадки, ты что? Давай уравняем наши силы. А кто уже нашел? Да ладно, неужели тот, кто сидел на лошадке? С ума сойти, как я быстро. От них избавляюсь. Блин, чувак, вы на одном месте стоите, о чем ты? Вообще не понимаю, о чем это он говорит. Так, смотрите. Я все ближе к Юань Шао. У него не осталось больше полководцев, людей. Ну надо же, я еще сомневалась в своих силах, да? Ну что, ладно, давайте прикола ради перебьем оставшихся в живых. А, просто для того, чтобы я могла прокачаться.
Вот меч, например, кстати. Так, что тут еще по жертвам? Как дела обстоят? Так, мои за мной следом идут, я смотрю. Моя невеста, надеюсь, она не погибнет от рук злостного Юань Шао. Скорее трусливого, но да ладно. И че все у них тут сено? Мяу! Так, а вот и он. Начальник заставы. Ты? Меня? Ты сначала до меня доберись! Ого! Ой, слушайте, я в тупике в каком-то. Ну и куда он сбежал? Еще что-то говорил про то, что меня остановит. Кстати, у него меч какой-то интересный. Так это Юань Шао с таким интересным мечом был, да? Ой! Так, Юань Шао, я смотрю, опасный товарищ. Но если он защищаться... Мяу! Круши, ломай, воруй, убивай! Но если он защищаться не будет, то не так уж он и опасен вроде бы. Давайте, ребята, гасите его! Не смотрите, что он, возможно, слабенький какой-то. Блин, чувак, ты что творишь-то? Зачем мне путь преградил? Так, где? Где этот главный враг-то, ну? Ё-моё! Чё-то они его так зажали, что прям не подступиться! Я на какого-то слабака переключилась! О! Я убила его! Мяу! Да ладно! Слава богатства! Все пропало! Все пропало! Оставь богатство своим детям! Войска Дон Жуана победили, здорово. Только вот такой ракурс мне более чем не нравится. Не могли, что ли, лицо показать этого несчастного? Как его там? Любу. Вот это мне нравится больше всего, если честно. Смотрите, как я по головам врагов прошлась. Ого! Смотрите, как к ним подкрепление подошло. С ума сойти. Ну и ну. Между прочим, довольно много сильных врагов на меня нападало за один раз, а я со всеми лихо расправилась. Круто. Мне кажется, когда я убила Юань Шао уже тогда нужно было забить тревогу. Но, блин, нет же. Наверняка он был очень уверен в своих силах. Жаль только, что гейткептона вражеского еще одного я не убила, но в принципе результат меня устраивает. Ну что, похоже, это все, да? А что это у Любу с глазами? Они красные какие-то? Совсем, что ли, допился чувак до края? Да. Так, столько достойных противников, то есть военачальников я убила. Давайте посмотрим. Так, я прокачалась. Мяу! Клево. Алибарда моя прокачалась. Ну, не очень прокачалась, но хоть как-то. Мяу! О, господи, она доступна! Блин! Что, глава 2, убийство Дунджо? Это что, тайная какая-то глава? Ну, это уже слишком. Ну, надо же, не ожидала такого этой игры. Я думала, что за Любу вот такая маленькая компания. Так, ладно, если это убийство Дунджо, да тогда давайте еще поиграем. Убьем, я надеюсь, больше секретных миссий тут не будет. Иначе я чувствую, надолго засяду. Так, благодаря невероятному мастерству, что демонстрировал Любу на поле боя, войска Дунджо подавили восстание. С каждым днем росли жестокость и агрессия Дон Жуана. Со временем он перестал уважать даже Любу. Однажды прекрасная придворная танцовщица посоветовала Любу выступить против его господина. Как будто она просто так посоветовала, и вовсе ее никто не надоумил. Любу решил воспротивиться воле Дон Жуана. С этого дня Любу больше не слушал ничьих приказов. Он был сам за себя. Был готов защищать то, во что искренне верил. А во что он искренне-то верил? Мяу, какие покои! Ого-го! Восстание Любу!
А вот пришло время, когда и Лебу восстал. То мы восстание подавляли, а то сами восстаем. Лебу против Дон Жуана. В одиночку расправьтесь со всеми, кто станет на вашем пути в одиночку! Да вы что, тут же одни враги, блин! 30 минут всего лишь! С ума сойти, я сама за себя. Ну что же, ну, я, наверное, зато смогу прокачаться. Это хорошо. Так, что со снаряжением? Телохранители будут мои, или я реально одна буду? О! Я еще могу добавить что-то себе. Давайте посмотрим. У меня есть сфера молнии и амулет дракона. Амулет дракона что дает мне? Где же он тут? Повышается максимальное количество мусо, да? Амулет черепахи усиливается, защита тигра, атака усиливается. Давайте усилим защиту, потому что атакую я вроде бы и так неплохо. Блин, я думала, знаете, что мы окажемся, ну, не в замке, а вот в этих покоях, и будет возвращение к файтингу, к самой первой части Dynasty Warriors. Так, Дон Жуан далеко. За ним Гейт Кэптен. Так, я иду против Дон Жуана, Ли Дзюэ, Сюйжуна, Ху Дженя, Ню Фу Фу Фу, Го Сы, Ван Фана, Ли Жу и Дун Миня. Няу! Господи! Против всех тех, с кем была заодно на прошлой карте крепость Лоян, округ Сэйчжоу. Блин, а как я одна-то? Няу! Роскошь какая! С кем это? Эй! Она откуда взялась тут? Что это еще такое? Чувак, я и сама не понимаю, что это я делаю, но... Но я решила поднять восстание, да. Офигеть, я вошла в этот замок. В эту крепость. Ага, дальше не пройти. Потрясающе. Блин, тут все враги. Так, покушать оставил. Ого, сколько всего они с собой носят. Так, тут мою невесту убивают, я смотрю. Ну уж нет, не позволю. С ума сойти. Мне бы и в голову не пришло, что она мне помочь захочет. Я реально думала, что я одна буду. Жена, оставайся где-нибудь там в безопасности. Кто еще хочет мне сказать, что я с ума сошла? Так, тут вот врата какие-то открылись. Тут тоже врата открылись, а тут заперто. Ну что, врагов хватает, да? Только успевай рубить. В каждой комнате по врагу. Не было и тени сомнения, что я вас предам. Ну, потрясающе, блин. А когда я продалась за шелка, там, драгоценности и прочее, вам это ни о чем не сказала, когда я от прошлого хозяина к вам перешла, не? Совсем, что ли, уже? А так, конечно, не очень лестно о себе слышать, что я... Настанет время и точно предам. Так... Покушать мне оставили. Кто это у нас тут такой интересный? Нань? Что еще за Нань? Типа Нани? По-японски что? Эй! Кто туда попался на эту мою удочку, блин, алебардовскую? С ума сойти. Ну все, ты за это поплатишься. А ну, выдавайте мне Дон Жуана, незамедлительно, он с моей бедной женой такие страшные вещи делал. Она аж плакала. Где Дон Жуан? Ага, лучники у вас тут. Окружите и нападайте, слишком поздно. Я вас не окружаю, а все равно нападаю. 50 уже, с ума сойти, только и слышно, что крики боли, отчаяния и страха. Ау! Прям в спинку, ты что творишь так? Моя жена там пытается разбираться с кем-то довольно безобидным.
Почему-то тут все хотят смерти, и они даже продолжают нагло на меня нападать, несмотря на то, что их господина убили. Ну это реально наглость просто в высшей степени. Эй! Она не с кем-то простым пытается драться. Старикописку от моей жены. Мяу! Подкатывает к чужому мужику, ты чё? Ого, она его убила сама, ну надо же. Так. Тут заперто. Так, эти врата открылись. Давайте походим тут везде на все. Ох ты гад! Мяу! Ничего себе, она клевая! Согласитесь, клевая! Так, это похоже то место, куда были врата закрыты, когда я сюда только вошла. Вы меня извините, конечно, что я не иду все прямо и прямо, но мне просто хочется здесь на все посмотреть. Ну вот, кстати, например, вот и врагов я нашла. Почему бы с ними не посражаться немножко? Блин, я хочу этой девушкой еще поиграть. Я, конечно, знаю, что если я буду ею играть, то мы будем проходить то же самое, что и за вот Люйбу. Но я хочу поиграть ею тоже. Так, кто это у нас тут? Какие покои классные, вообще с ума сойти. А кто это там? Да это же госсын, ну надо же. Так бы и ушла, не повидавшись с ним. Да ну что ты, сам ты такой? Я наоборот пытаюсь Поднебесную спасти от злобного и зазнавшегося Дон Жуана. А ты у него, блин, как у Христа за пазухой, поэтому ты не хочешь, чтобы его убили. Это понятно. А ты еще кто такой, выскочка? Мяу! Блин, пока я в ударе, меня даже вражеские стрелы не способны задеть. Кто это у нас там за частоколом? Ну надо же. Фу, странное ограждение для замка. Так, это враг? Когда это я с Вансфаном успела битву начать? Что за беспредел вообще? Так, ребята, убивайте вы лучника, ну. Что такие слабенькие? Тут ковры повсюду. Так, жену избивают. Жена, я помогу тебе. Так, там начальник заставы. Же мне начальник заставы, всего лишь гейт-кэптон. Не более того. Если честно, уже даже как будто и все равно, кого рубить на самом деле. Это кто такой? Ванфан, начальник заставы? Кто это? То есть, будь то гейт-кэптон, будь то Ванфан какой-то, вот реально уже и все равно. А вот и Ванфан, действительно, я с ним. Я не могу соображать, блин, меня оглушили. Как я могу соображать в такой момент? Ты что, прикалываешься, что ли? Это у тебя шутка такая неудачная, да? Мяу, как я его отбросила. Офигеть. Господи. Не надо меня рубить, вы что? Давайте лучше я вас. Мяу. Да, начальник заставы, кто еще ищет смерти, а? Вы что, серьезно думаете, что вы сможете меня победить, в то время как я разобралась с вашими тут главарями со всеми? А бедная жена пытается с двумя солдатами разобраться. Эй, Набунага, помогите ей кто-нибудь. А может, и пусть лучше разбирается? Ничего себе, какая она бойкая. Просто такая подвижная, я в шоке. Так, туда не пройти даже. Ну надо же. Почему все, кроме меня, могут пройти, а? Так, давайте посмотрим, что там по врагам. Кто-то у меня за спиной появился. Интересно, кто это? Чао Цэнь. Времени 22 минуты. Ну, думаю, я должна справиться. В принципе, тут особо так не сложно. Военачальники у Дон Жуана здорово так себе. И лишившись моей поддержки, он, конечно, многое потерял. А это еще что за сборище?
Что еще за нань, блин? Или это статус мой? Оскорбление еще какое, а вы меня не оскорбили? Пытками над людьми. Таким жестким убийством, блин, заживо сжечь вообще как? Ау! Меня подловили, вот черт. Что он там про оскорбление говорил? Так, тут что, как вообще дела обстоят? Вроде так, ну чисто, да? Так, это кто такой? Все, уже никто, забудьте. Так, жена пытается там подкатывать ко всяким. Ну что же, а мы пойдем дальше. Тут есть еще кого рубить. А это кто? Бомбардир, между прочим. Да таких ребят нужно в первую очередь убивать. Иначе мы здорово пострадаем. С каким это Донни-Минем я битву начала? Сам ты пес! Ого, я в том самом клевом зале. Наверное, в этом зале проходила битва с одним из товарищей в самой первой части, еще в файтинге. С одним из последних товарищей. Ну, уж больно зал похож. Не знаю, оно это или не оно, но похоже. Кто ищет смерти? Я тебе скажу, бомбардир. И что, убегать пытается? Каков? О! Жена! Блин, какая у нее прическа прикольная. Столько украшений на голове. Клевая она. Бедняжки с бомбардиром единственным пытаются разобраться. Так, тут еще осталось, кстати, с кем разбираться. Ты думаешь, моя алебарда до тебя не дотянется? Что? Лежу подошел, что ли? Ой, я свою жену убиваю, господи. Так, подождите, какой такой лежу? Откуда он вообще взялся? Блин, я одна, единственная. Почему о моей жене ни слова, а? Ага, я действительно сейчас с лизуном сражаюсь. На удивление. Только вот я его не вижу тут среди врагов. Ну да ладно, не суть. Ты меня достал своей защитой. Кстати, а вот и лежу. Заспинывай меня. Ау! Это что такое? Блин, чувак, а тебе в таком головном уборе удобно сражаться? Что ж мы всякую фигню, блин, на головах носим, с которой реально неудобно сражаться? Силы лизуна полностью уничтожены. Блин, я хочу там посидеть. Мне бы этот трон так подошел, так подошел. Так. У меня пока нету времени здесь со всеми разбираться. Я хочу вернуться обратно. Угу, врата заперты. Не так-то это и просто будет сделать. Тут, кажется, тоже. Очень сложно смотреть на... О, господи, все носятся, жесть. Очень сложно смотреть на темный экран, пока на улице светит солнце. Потому что реально практически ничего не видно. Это что, моя жена от этих ребят, что ли, не избавилась? Что это на нее нашло, интересно? А, кстати, я забыла с вами новостью поделиться. 9-я часть Dynasty Warriors вышла в свет. Но когда я увидела, что там только пока что английский язык, вход закрыт. Вражеская засада. Вражеская цитадель восстановлена. Мой дух падает, боевой. С ума сойти, ну надо же. Я попала в ловушку. С ума сойти реально можно. Вас ничто не спасет от моей злости. Все мои там остались. Я тут одна, но ничего страшного. Вражеская цитадель восстановлена. Это вообще как? Как, что, почему, когда, о чем? Блин, что-то их тут реально многовато как-то.
Ход пройден! Какое-то странное словосочетание, если честно. Музыка клевая, боевая. Ай, блин, меня рубят только так, жуть. Это вообще-то больно? Ну, им тоже наверняка больно, когда я их рублю, но... А чужие боли, как правило, не задумываешься. Все больше свои думаешь. Вход закрыт. Опять, что ли, засада? Ну вы, ребята, даете, блин, это уже не актуально. Ау, сколько их? С ума сойти можно! Ничего, я прорвусь, я... Я боевой человек, поэтому да. Так, а вот тут тот... Храбрая я. Да, 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 всего лишь один человек, зато какой. Даже ваши засады не помогли. Попрошу заметить. Ах ты, гад. Ты ответишь за удар в спину? Хотя для них, наверное, удар в спину это то, что я творю, но... Да, кстати, ты ищешь смерти, ты посмел на меня свой клинок поднять. Это я заберу. Бедняжки, не ожидали от меня такого размаха. Откуда он вообще взялся здесь? Это же я отсюда пришла. Так, давайте на карту взглянем. Осталось 15 минут и совсем немного врагов. Так, где-то тут гейт-кэптон должен быть. Что? Откуда столько врагов? Это еще что за беспредел? Так, ну, 15 минут вообще-то не так что-то и много, как бы. Блин, они тоже в фиолетовом, и я в фиолетовом. Мне реально кажется, что они со мной заодно. Где тут гейт-кэптон? Откуда столько солдат? Так, давайте-ка на карту взглянем. Я не в ту сторону иду. Ага, начальник заставы. А вот и ты, товарищ. Смотри, девчонь, как я умею. Будешь потом рассказывать моим женам, чему была свидетельницей. Эй, правда же? А, блин, промахнулась. Очень жаль. Так, они набегают и набегают. Что за беспредел? Начальника заставу убрать надо. Отлично, заперто. Заперто, заперто, заперто. Это хорошо. Так. Теперь давайте благополучно забьем на всех этих товарищей, которые понабежали из этого входа-выхода. Откуда они вообще берутся, интересно? У них там какие-то склады, блин, сил человеческих или что? Как вообще это объяснить можно? Так, еще откуда-то люди взялись, но давайте просто их проигнорим. А пойдем к другому врагу. Фу, кажется, он прям по курсу. Фу-фу-фу, быть нюфу. Столовая здесь, что ли? Мяу, вражеская засада. Да ладно, бог с ней, я вот к нюфу иду в гости. Ты тот, кто меня победит? Спорим, я Дон Жуану принесу твою голову, и он увидит ее за секунду до смерти. Эх, повезло тебе, что под мою атаку не попал. Правда, повезло. Ну? Что он там говорил про то, что меня победит, мол? Вот видите, вот и вход пройден, оказывается. Это что такое? Мусо повышается. Ой. Блин, сколько лучников тут. Дерись, дерись, моя жена. Сражайся. Моя будущая еще одна жена. Так. Лучники Блин, может быть, надо было их издалека перебить, а? Нет, ну а что в спину? Норм. И не подставилась бы под их удары. И быстрее бы прошла даже. Ай, господи. А если в глаз попадешь? Ну, ты что творишь? Мяу! Что творит жена? Что творит? Так, люди.
Дон Жуана. Набегают. Еще больше лучников. Но ничего. Справимся как-нибудь с этим. Хуасюн? Слушайте, у меня времени не так уж и много, чтобы еще с каким-то Хуасюном разбираться. А моя алебарда тоже остра вообще-то. У меня хоть и не клинок в привычном понимании этого слова, но алебарда. И тоже, блин, с ножом. Скажем так. Жаль, моей лошадки тут нету. Эй, Дон Жуан, ты ищешь смерти? Сначала я разберусь с твоими лучниками. Мяу! На поединок, что ли, вызываю? Блин, какое-то у него оружие опасное. Путана, слышал? Управлять страной? Так вот к чему я стремлюсь. А вовсе не к тому, чтобы справедливость восстановить. Блин, я не хочу под клинок Дон Жуана попасть. Вы посмотрите, что это все. Это конец, Дон Жуан. Как, еще не все? Ого! Сколько у него здоровья! Ой! Он тоже так умеет. Господи, ничего себе, как он меня... Я аж о столб шмякнулась спиной, с ума сойти. Так, у него тут есть... Гейт-кэптен. Ну надо же, смотрите, мы окружили Дон Жуана. Из его людей ему больше никто помочь не может. Но он неплохо так держится, да? Однако ему это не поможет. Блин, жаль, что я гейт-кэптена я сейчас уничтожить не могу. Чё-то я его тут не вижу. Делся он куда-то. Мой рай, мои амбиции. Серьезно? Пока умирает, с закрытым ртом такое говорит, да еще так. Войска Любу победили, одержали победу. Здорово. Что там по секретным картам еще? Сейчас самое приятное зрелище. Как я врагов убиваю. Вот реально. Из всех этих сражений мне больше всего вот это вот нравится. Смотреть, как я лихо развернулась со всеми. Так, Джао Цэнь появился. Блин, а как же за спиной Дон Жуана уничтожить гейт-кэптена-то? Смотрите, как гейт-кэптен взялся из ниоткуда. Это вообще как? Что еще за беспредел, блин? Они прибегли к хитрости? А, да я всех перебила, даже гейт-кэптена за спиной у Дон Жуана, хотя... Вот шкала над картой показывает, что как будто и не всех. Так, крылатые сапоги. Как странно. Странное название, да и сапоги, ботинки, я бы сказала. У них вид прикольный, но мне кажется, они страшно неудобные. Так, улучшаются прыжки персонажа. Жаль, что они зависят от этих ботинок, от этой обуви. Так, алебарда, великая алебарда. Прокачалась. Так, я теперь могу с собой три телохранителя водить. Что? Оказывается, я это должна была еще усовершенствовать, получить. Что такое? Смерть злодея. Блин, еще одна глава. Нет, подождите, я на такое не подписывалась. Я думала... Только одна глава, как бы, ну, дополнительная, что ли, будет. А, в общем, вы давайте это... А что? Сколько еще всего? Битва при Сяпи? Или Сяпи? Поход против Као-Као, с ума сойти. Давайте это отложим до следующего раза. Всем, ребята, спасибо за просмотр. Поставьте лайк, если вам понравилось это видео, если нет, поставьте лайк за русскую версию, за то, что вам больше мучиться не придется, слушая мои переводы бестолковые. Всем всего хорошего и всем пока!